Всем привет! И сегодня я буду готовить кофе с ликером для художников, которые сидят и ничего не делают летом или работают каждый день летом. Итак, 2 ложки кофе, 1 ложка сахара. Потом мы берем кружку, в которую мы будем все смешивать, нашу главную, и добавляем туда чуть-чуть ликерчика. Миллилитров 30, я бы сказала. Туда мы еще добавим 10% сливок. Но мне не хватило сливок, я добавила еще молока. Потом залила кофе кипятком. И подождала, пока он настоится, все растворится. Вылила обратно к нашему ликеру и сливкам. Перемешала, добавила корицы, и кофе готов. Я, конечно, сняла, где нет корицы, но все же. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь на соцсети, пишите комментарии. Всем удачи и пока!